устроилась на новую работу. Коллега старше и опытнее меня воспринимает меня как угрозу. За спиной распространяет про меня ложную информацию, слухи и сплетни. Как реагировать? Не обращать внимания или поработать один год и искать другую работу? Ну, во-первых, не поработать, а чему-то научиться. Во-вторых, попробуйте спокойно и ровно декларировать своей коллеге о том, что вы не претендуете на ее место. У вас совсем другие планы. Вы хотели бы, то есть создайте такую устойчивую, постоянную декларируемую позицию о том, что вас интересуют далеко идущие планы. Далеко идущие планы, которые в этой компании на сегодняшний момент имеют какой-то предел. То есть не бойтесь рассказывать о собственной перспективе, к которой вы стремитесь. Как только коллега услышит, а она услышит не сразу, потому что вы включаете в силу молодости, в силу, наверное, хваткости, в силу желания там что-то изучить и что-то понять, вы более оперативно делаете те или иные задачи. Ваша коллега уже в этом случае имеет такой зашоренный, замыленный взгляд, и очевидных вещей в силу автоматики и привычки, и похожести, и бесконечности многого, скорее всего, перестала замечать. И это ее пугает. Продекларируйте ей, что ваша перспектива достаточно длиннее. То есть вы планируете уехать в другую страну или планируете со временем, когда обучитесь, уйти на онлайн-работу. То есть то, что для нее будет являться гарантией, и она перестанет таким способом от вас защищаться. Она просто от вас защищается, боясь, что вы претендуете на ее рабочее место.